этом учебном году ремонт пищеблока продолжили. Из муниципального бюджета было выделено 500 000 рублей на ремонт 4 цехов. Отремонтировали 2 моечных цеха, поменяли свой облик мясо рыбной и овощной цеха. Школьники должны быть обеспечены качественным горячим питанием. У нас дети из многодетных семей получают еще из краевого бюджета дотацию в 10 рублей. Из муниципального бюджета получаем 9,50 на кормление, на горячие завтраки. И вот еще бесплатно 2 раза в неделю детки получают молоко. Родители приходят в школу к нам и спрашивают, сколько раз детки. Вот сегодня бабушка одна была у нас, хотела посмотреть, чем дети питаются, как они кушают. Мы с ней сходили в столовую, она посмотрела, осталась очень довольна. В такую светлую и чистую столовую, где еще и кормят вкусно, ребята приходят с удовольствием.